Друзья, вы несколько раз спрашивали меня, что делать с варваром в патче 2.1.2, и в первую очередь я вам рекомендую посмотреть мое видео по варвару в патче 2.1. Оно на 90% актуально, и начните, пожалуйста, с него, если варваром вы еще и не играли. Сейчас же я остановлюсь только на тех нюансах, которые изменились в варваре в патче 2.1.2. И главный из этих нюансов — яростный рывок теперь накапливает 2 заряда, и промахнувшись мимо толпы, мы теперь имеем возможность исправить нашу ошибку и использовать второй заряд, и на этот раз уже попасть и откатить яростный рывок до 2 зарядов заново. Теперь мы можем откатывать яростный рывок сразу до 2 зарядов. Мы таким образом можем накапливать его впрок на плохие времена, на тот случай, если мы совершим какую-нибудь ошибку. Это делает варвара гораздо более предсказуемым, гораздо более управляемым, за что Близзардам большое спасибо. Благодаря тому, что у нас теперь есть 2 заряда, мы можем отказаться от такого большого показателя уменьшения времени восстановления. Оно у меня теперь составляет всего лишь 32%, этого вполне хватает. Раньше было около 50%, и мы жертвовали уроном и живучестью при каждой возможности, лишь бы только у нас был большой КДР. Теперь это не так обязательно, и в частности мы оставляем КДР только в перчатках, в плечах и в бриллианте в шлеме. Этих трех показателей вполне хватает. Шлем. Мы больше не используем корону Леорика, вместо нее мы ставим волю рекор и убираем кольцо королевской роскоши, она нам больше не нужна, мы комплект рекор собираем и так без него. Вместо него мы ставим Ирданов камень, даже когда играем соло. На нашу стихию я использую огонь, потому что огонь более стабильный, многие сейчас используют физику, вы вообще несколько стихий можете найти в ладере. Мне больше нравится огонь, потому что я использую зов древних с восстанием совета, что помогает быстрее убирать одиноко стоящие цели, например, боссов рифтов. Но если вы хотите показать как можно лучшие результаты, и средний результат, в общем-то, безразличен. Главное, чтобы иногда у вас получался рекорд. Вот в таком случае выбираете физическую стихию, но мне важнее стабильность. И поэтому я выбрал огонь. Какие предметы я использую, с какими аффиксами, коротко пройдусь по каждому из них. Смотрите, повторяйте, у меня здесь все правильно и на огонь. Естественно, существуют вариации. Не нужно писать в комментариях, что лучше делать, что вместо максимума лучше горнило взять. Естественно, существуют разные варианты. Я говорю о том, что по душе мне и что получилось сделать у меня. Варианты существуют, это лишь один из них. И многие используют цепь челаника, а не гордость Касси. Но мне кажется, что гордость Касси все-таки полезнее, чем цепь челаника. Потому что удваивает время действия стойкости к боли. Это очень-очень удобно, когда перед нами стоит вопрос выживаемости. Поскольку яростный рывок больше не цепляет противников, больше не вытягивает их за собой, не отбрасывает их, мы не можем больше использовать наручи силача. Вместо них мы ставим древние защитники парты, которые сильно уменьшают получаемый нами урон за каждого пораженного, за каждого оглушенного яростным рывком противника. Или наручи возмездия, тогда мы будем быстрее зачищать карту, благодаря тому, что рядом с каждым святилищем будет появляться элитная пачка. Выбирать вам, что вам больше нравится, я выбрал древние защитники парты. Камни мы используем, проклятие пленных, самоцвет взвесил на токсины и проклятие сильных, я только начал их качать, поэтому уровень здесь невысокий. Если вы играете не огнем, а физическим уроном, тогда вместо проклятия сильных ставьте усилитель боли, это очень-очень неплохой выбор для физического варвара, но не для меня, потому что я огненный. Какие скиллы мы используем и что здесь изменилось? Ничего почти не изменилось, кроме того, что бешенство больше не актуально, мы больше не можем им наносить какой-то урон по нашим боссам в рифтах, поэтому бешенство мы нафиг убираем, вместо него в освободившийся слот ставим воинственный клич с руной безнаказанность, которая сильно повышает нашу сопротивляемость всем видам урона. Быстро пройдусь по скиллам и рунам, вот смотрите. Если хотите, останавливайте видео там, где вам удобно. Те же самые пассивки, за исключением одной. Вместо суеверия мы теперь ставим буйство, потому что суеверие имеет смысл для того, чтобы выживать, когда зачищаем карту. Мы карту и так легко зачищаем. И так мы редко умираем, поэтому ставим буйство. Буйство позволяет нам еще быстрее зачищать карту и быстрее провоцировать появление рифтового босса. А каждая секунда здесь считается. Every second counts. И чем быстрее мы зачистим карту, тем больше у нас будет время на борьбу с одиночной целью. Что делать с боссами в рифтах? Ничего. Варвар по-прежнему не имеет никакого рычага воздействия на одиноко стоящие цели. По-прежнему все очень-очень плохо. И единственная для нас возможность закрыть великий портал высокого уровня 45 и выше вовремя.
Это дождаться, пока нам не достанется босс с миньонами, с прислужниками. И боссы, которые призывают прислужников, особенно это касается поющего в песках, такого каменного голема, который вызывает других каменных големов, это вот то, на что нам нужно рассчитывать. Мы об этих миньонов будем откатывать яростный рывок, и только благодаря этому будем наносить быстрый обильный урон нашему боссу. Если босс достался без миньонов, то готовьтесь к 10-минутному сражению, и, скорее всего, высокие и великие порталы вы вовремя не закроете. В этом большая-большая слабость варвара, и, к сожалению, по-прежнему ничего не изменилось. По одиночным целям мы работаем очень-очень плохо. И я вас уверяю, что все, кто занимает верхние строчки в ладдере, все, кто проходит, там, не знаю, 50-е, 48-е, великие порталы действуют именно так. Они, во-первых, они не трогают святилище. Если у вас появился босс, вы гоните его к святилищу, берете святилище на усиление вашего урона, на молнии, на все что угодно, и уже под этим святилищем атакуете босса. Не тратьте святилище на простых монстров и даже на элитных монстров. Копите святилище до тех пор, пока не появится на этом уровне Rift Guardian. И все, я хотел сказать, что все, кто занимает высокие строчки, они все отрабатывают Rift Guardian с миньонами. Вы не успеете закрыть великий портал вовремя, если у Rift Guardian нет миньонов. Если вы видите, что человек закрыл портал вовремя, высокий, хороший великий портал, 45 и больше, то значит Rift Guardian ему достался с миньонами. Ну, либо он играл не варваром. Вот так обстоят дела с вещами, с умениями. И пойдем проверять в поле на реальных монстрах, как все это работает. Итак, мы на месте. Это моя первая попытка пройти 42-й портал Вар. В общем-то, это вообще-то попавшие на видеозапись первые несколько минут моей игры Варваром в патче 2.1.2. И игра довольно неумелая, но 42-й портал, забегая вперед, сразу скажу, мы закроем вовремя. На этом видео вы сейчас видите, что мы очень быстро закрываем, зачищаем всю карту и очень быстро приходим к той точке, в которой на карте появляется босс. Но на самого босса у нас уйдет огромное количество времени, и босс нам попадет сейчас неудобный. Это босс без миньонов. Если бы были миньоны, то проблем бы не было. Мы очень быстро бы его завалили, даже если бы портал был не 42-й, а, скажем, 44-й или 45-й. Мы бы справились с этим запросто. Но очень быстро зачистили всю карту и, наверное, получили от этого некоторое удовольствие. В общем, перед вами совершенно типичный рифт 40+, варваром в патче 2.1.2. Вы спрашивали, что делать с боссами, вот ничего больше с ними не поделать. Надеюсь, вам это видео немножко помогло. Пожалуйста, оставляйте комментарии, спрашивайте, я всегда отвечаю, если только могу. Если у вас есть какие-нибудь идеи, о чем вы еще хотели бы посмотреть мое видео, дайте мне знать. Все эти идеи не остаются неуслышанными. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам и вашему варвару. Счастливо!